Громова, завідувача відділу документів з питань культури і мистецтв Миколаївської універсальної наукової бібліотеки. Займається організацією, формуванням, зберіганням та популяризацією інформаційних ресурсів бібліотеки з питань мистецтва та художньої культури. Еліна Образцова – композиторка, музикознавець, викладачка музично-теоретичних дисциплін і композиції. Музикою займається все своє життя. Створює свої твори як виклик сірим буднім. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Сьогодні ми будемо говорити про захід, який відбудеться сьогодні. Власне, куди потрібно завітати і де можна буде почути гарну музику? Ми приглашаємо в обласну научну універсальну бібліотеку в наш конференц-зал, в якому пройде творчий вечір Еліни Образцової. Я так полагаю, що ми переживаємо зараз доволі цікавий період, період адаптаційного карантину. І, мабуть, наших потенціальних посетителів буде цікавити, як бібліотека буде заботитися о тому, щоб вони перебували в комфорті і безпеці. Це, мабуть, в будь-якому разі, тому що бажаючих, я думаю, буде чимало, тому що карантин був тривалий, він зараз, в принципі, можливо, його подовжать, так? І хочеться вже якось трошечки вийти з ці рамки, вийти з дому, вийти щось гарне, подивитися, послухати, так, не лише на природу, а й окремо так само доторкнутися до світу музики. От в даному випадку ми маємо можливість познайомитися більше з творчістю Еліни Михайлівни, так? Але все ж таки не потрібно забувати про власну безпеку. Конечно. Я бы с радостью сказала бы, что только одна музыка Елены Михайловны, ее замечательных музыкантов, она вообще избавляет мир от любого рода инфекций, вирусов. Но боюсь, что в нынешних условиях это будет чересчур оптимистично. Поэтому мы с радостью ждем вас в нашем конференц-зале. Он достаточно велик, чтобы вместить всю нашу потенциальную аудиторию и выстроить зал так, чтобы мы соблюдали необходимые карантинные меры. Наша администрация, когда мы выходили уже на свои рабочие места, разработала технологические инструкции. Ведь всегда хорошо тогда, когда каждый из сотрудников знает, что ему нужно делать для безопасности посетителей. Поэтому у нас проводится и скрининг температуры. У нас есть в каждых залах и при входе дезинфицирующие вещества. То есть мы хотим обеспечить максимальный комфорт на наших встречах. Думаю, що всі мають бути в масках, обязательно, так? Обов'язково просимо наших посетителей. Думаю, не потрібно навіть комусь сказати, що візьміть з собою маску. Звісно, масочку обов'язково взяти з собою, так, щоб нічого не мешало комфорту і наслажденню музики Еліни Образцової. А уже были концерты Елены Михайловны в нашем городе, и я знаю, что у нее множество поклонников. И более того, очень многие из нас, кто знает и любит ее творчество, понимают, что насколько это глубоко лирическая, тонкая, романтичная музыка, которую мы откликаемся на нее всеми фибрами своей души. Но то, что мы предлагаем концерт именно в библиотеке, мне кажется, носит какой-то свой особый оттенок. Ведь пространство книг – это интересное пространство, правда же? А тем более, мне кажется, особенно сейчас, в нашу информационно-технологическую эру, это уже стало немножко элитарным. И вот будет звучать замечательная музыка в пространстве книг, в окружении книг. Мне кажется, это особенно интересно. Тем более, что как бы сопровождать программу музыкальных произведений будут выставки, которые книжные выставки, которые посвящены особенностям восприятия музыки и истории музыки. Так что, дорогие друзья, ждем вас сегодня в 16 часов в Николаевской областной универсальной научной библиотеке. Не забудьте масочки, і вас чекає настояще наслаждення. Еліна Михайлівна, дивіться, творчий вечір називається «Гармонія душі у музиці». Власне, що ви будете представляти, які твори звучатимуть? Тому що ви пишете і більше таку класичну музику, як романси, так, і естрадні твори, і твори для різних музичних інструментів. В даному випадку, що можуть почути глядачі?
Дело в том, что я в основном работаю в камерных жанрах. Это действительно романсы, это один из самых моих любимых жанров. Пишу фортепианную музыку, это дуэты, это трио, и есть немножко квартетной музыки тоже. Но, в общем-то, возможно, это стиль мой вот как человека, это черта характера, что я очень люблю романтическую, такую вот как бы утонченную музыку, от которой, ну, многие люди получают, ну, вот как сказала Нелли Шамильна, какую-то радость, какое-то душевное наслаждение. Это не то, что я, ну, как бы специально стараюсь. Ну, вот, видимо, какой характер, какую душа, вот такую музыку и дарю. Вот, поэтому мои многие концерты проходили в течение нескольких лет под таким, ну, как бы, было единое название «Музыка души». То есть, опять-таки, искренне так все вот от себя, чистого сердца. Это первый концерт, это немножко, ну, поменялся формат, но суть та же, гармония души. Будут исполнены произведения для скрипки и фортепиано. Мы в тандеме с Зоей Широковой уже много лет работаем. Это моя ученица, выпускница, а сейчас она мой музыкальный друг. С Валентиной Овсянниковой это партия флейты, то есть произведение для флейты и фортепиано. Фортепиано и произведение сама исполню. Я пригласила для участия очень замечательного саксофониста Сергея Пономарева. Это преподаватель детской музыкальной школы номер 5. И мы сотрудничаем уже где-то лет 17-18. Он неизменный исполнитель саксофоновых произведений. Значит, долучаєте багато молоді так само виконувати вокальні твори, так? Да, студенты музыкального училища. Я сотрудничаю многие годы с Ольгой Ивановной Дедусенко-Поли. И очень благодарна, что ее студенты исполняют мои произведения. А для того, это очень важный, кстати, момент. Вот одно дело написать, а то, как его исполнят, как это подача произойдет произведение, это тоже очень важно. Вот, и поэтому я вчера всегда стараюсь найти такого человека, который бы, ну, как можно более точно и душевно исполнил то, что я хочу висловити в звуках музичних. Я думаю, що ті, хто цікавиться вашою творчістю, хто хоча б один раз був на вашому концерті, то, в принципі, всі ті люди, які ви перерахували, вони всіх знають в обличчя, знають їх творчість, цікавляться ними, так? Хотілося б ще дізнатися, ось тривав карантин, чимало часу, концертів не було. Зараз це один із перших концертів. Це перший концерт. Це взагалі перший, так? Це дебютний, скажімо так, концерт. Але я знаю, що окрім цього концерту, який відбудеться сьогодні, буде також ще один такий експериментальний концерт зовсім скоро, так? Який зможуть відвідати ті, хто планували би потрапити на цей концерт, але у них, можливо, там з якихось певних причин не вийде. Ну, да, действительно, вот эта эпоха, скажем так, карантина, очень тяжелый отпечаток на людей творческих, да и вообще в психологическом плане, ну, как бы наложила на всех людей, и поэтому творческие люди, они очень нуждались, скажем, вот в этом событии, чтобы вот я тоже в этом количестве, чтобы подарить какой-то людям праздник, радость, какое-то светлое ощущение, вот, людям тоже необходимо вот это позитивное, какие-то хорошие эмоции. Планировалось несколько концертов. Значит, один концерт уже в формате записи. Это мы осуществили в музее Верещагина на прошлой неделе. Это мы уже записали, да. Этот концерт готовят сотрудники, да. Это произошло на прошлой неделе. Вот, я думаю, что через какое-то время будет возможность посмотреть. Вот, это был необычный такой вот как бы формат впервые, но очень интересно. Музыканты пристосовываются. Новые формы, да, новые форматы, да. Вот. Возможно, если все будет благополучно, музей Верещагина на День города. Вот от директора, от Сергея Николаевича Рослякова было такое приглашение, предложение выступить. Я готова всегда, и тем более в дар городу любимому, я готова выступить в сентябре с программой. И вот, как бы открывающий череду очных концертов, это именно сегодняшний концерт, это библиотека Гмарева. Я еще хочу вот такую вещь сказать, что очень близка мне эта библиотека, и я с огромным трепетом буду участвовать в этом мероприятии. Почему? Потому что я многие годы, как студентка, обращалась именно вот в эту библиотеку. В ту пору не было ни интернета, ни других каких-то возможностей. А именно Гмарёвка, скажем так, как мы её называли, она вырастила меня как специалиста, как музыковеда. И каждый день, будучи студенткой, я приходила в нотный отдел, я слушала музыку, я читала книги, и теперь я
на этой территории. Я, конечно, выступала в конференциях вот, в качестве гостя, в качестве приглашенного, но именно чтобы это был творческий формат как композитора, это будет мой дебютный формат. Значит, бажаємо вам успіхів, переконана, що багатьох наша розповідь сьогодні зацікавила, і, можливо, якщо буде можливість, то обов'язково люди завітають. Давайте нагадаємо, коли власне, сьогодні. Сьогодні потрібно не планувати свій день, сьогодні потрібно обов'язково завітати, так? Але не забувайте також, друзі, про засоби особистого захисту. Потрібно взяти з собою масочку, не забуваємо. І, звичайно, о 16:00 на вас чекають в Миколаївській універсальній науковій бібліотеці, так? Так. Так. Долучайтеся обов'язково до цієї події. Нагадаю, що в нашій студії були сьогодні Нелі Громова, організаторка творчого вечора, та Ірина Образцова, композиторка, власне, твори, якої ми сьогодні маємо можливість почути. Ви маєте можливість почути.